Уважаемые камрадчане, хочу сказать спасибо всем жителям за каждую встречу, за каждый совет, за каждое предложение и идею. Спасибо, что приняли нас и выслушали, когда мы пришли к вашим домам на ваши улицы. Сегодня хочу лично поблагодарить всю мою команду, которая работала в этот период. Нам не стыдно за работу, которую мы делали за все эти годы. Жителям и городу по-прежнему нужны мир, тишина и конкретные предложения, которые позволят продолжить развивать столицу Гагаузии. Идем вперед и доказываем, что сильная команда – это труд и самоотдача, но не всякие политические противостояния. Время уже показало, что мы умеем управлять городом. У нас есть опыт, и мы готовы сразу приступить к работе. Развитие города невозможно остановить. Камрад не может ждать. Теперь, уважаемые камрадчане, пришло время вам решать, будет ли наш город развиваться. 19 ноября голосуем за Сергея Анастасова. Только так вместе мы построим современный город.